Прогноз погоды на 8 декабря. В 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах была минус 50 градусов, в Заречье минус 49, минус 45 градусов, в южных улусах минус 40, минус 29 градусов. В Вилюйской группе улусов 46-40 градусов со знаком минус, в Нижнеленске минус 47, минус 45, в западных улусах минус 42, минус 32 градуса. В Колыма-Нигирской группе улусов минус 36, минус 27, в Янске минус 48, минус 39, на северо-западе минус 42, минус 36. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была минус 45 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, днем ожидается минус 36, минус 38 градусов, утром и днем небольшой снег, туман.